Блять, блять! А, прям оба в очко попали, блять. Сражение с дилером, сука. Бля, с дилером сражаемся, блять. ГГ. Блять, найс паладина встретить бы, сука. Гендун. Мне нужен шадустеп и кабанчик. Если честно, я там на шестой ход уже в тильте сдался. Ну, типа, про себя. Но все равно доиграл. Ну, блядь, такой пот. У меня таких потов не было еще ни разу на квест-рогах. Просто пиздец. Вам интересно, зачекайте. Тут в конце сезона была. Просто жесть. Ну, блядь, в смысле ему левелап не зашел? Он каждую игру должен приходить? Ах ты черт ебаный, блядь. Да-да-да. Пизда тебе, блядь. Просто тебе пизда. Извини за мат, что сказать. Нормально, нормально, нормально. Квест сделан. Fuck you. Квест already done. Как говорится. Как говорил мой дед, квест already done. Типа сделан. Ну еще не выиграл игру, конечно, но квест сделан. Сюда бы фен, конечно. Блять, меня сейчас снова выиграет. Бля, и сюда бы препу еще добавить, бля. А давай передохнем. Морозим эту хуйню, чтобы он поставил неудобного грибоманта посередине в итоге на 3-3, а не на 3-4 существ. Ну, если препа придет, чисто в теории с препой будет нормально, типа преп таунт, обилка, потом чарж, мимикри, может какой-нибудь ваниш еще на нем. Не знаю, шансы есть еще. Одна и та же легенда может быть. Это у нас разные легенды, просто иногда система багует в начале сезона, и ну вообще этого я только в начале сезона замечаю. По факту, либо у меня 21, либо у него 21, а у меня уже, возможно, 22. Просто мы зарегистрировали, типа, игру в одно время и просто забагало. Типа, в легенде ранг работает как лесенка. Если кто-то на 21-м, там никого второго не может быть. Так с любым рангом. Это просто система лагает иногда. Бывает. Нужно ваниш искать. Всегда здесь. Максимально ваниш искать. Не найду, не найду. Вроде, типа, заход хороший был, но в итоге все равно проиграл, типа, агрессивному старту. Куча мелочи просто было. Ну еще ваниш меня спасает ситуацию, на самом деле. Могу точно сказать. Могу с уверенностью на 100% сказать, что ваниш мне еще помогает. Хотя, блядь. Такое себе. Такое себе. Ну, у меня квест не сделан, на чем проблема. Да. Я, скорее всего, до ДК просто не доживу, в чем проблема. Помог, в скобочках летал. Бля, ну квест был сделан на 4-й ход, типа, и в итоге все равно проиграл игру. Слишком много мелочи у паладина, в этом проблема. Если бы у него бафов за один не было, я бы перетерпел бы спокойно. Ставлю Defileless, это нечетная рога. Скорее всего, нечетная. Они в помойке все сидят, потому что это слабая дека сейчас. На кончике я набираю массу, в плане... Как только там определенное количество наберется на кончиках, я сразу их все сделаю лучше, чем понемногу. Думсайра, чтобы заблокировать мандюгу. Ты уже 200 задолжал. Ну сразу 200 сделаем, значит. Что поделать? Ну окей. Да, блядь, снайперок ебаный. Вот тебе, понял, блядь. Дурислав вонючий. Сука, эти дуриславы надоели реально уже, которые темпояд делают. Да. Да, блять, конечно. Да, Дурислав саный. Пувка нужна, пувка. На жадничах или не на жадничах? Не на жадничах. Пока что просто я ему не даю дамбовать. Бля, вот это бемольный трек. Бля, бемольные треки, пиздец. Бесит. Вот это бемольный, именно бемольный. Типа, есть бемольные треки веселые, а этот именно, блядь, бемольный. Клап-клап. Прости мне мои расспросы, но
Неплохо, окей. Уже что-то. Надеюсь, не Думгвард, блин. Будет очень неприятно. Окей. А я хотел Hellfire делать, но тут тогда вообще без вариантов. Что-то, может, по поводу чётной роги? Да хуйняш какая-нибудь очередная. Я не знаю, мне не нравятся эти все нечётные роги, чётные роги. Что, значит, бемольный трек? Ну, грустный, типа, грустный. Есть грустные такие треки веселые, а вот этот, блядь, грустный, вот именно грусть. Он грусть наводит почему-то, я не знаю. Да, грустный и веселый есть. Грустный, но веселый, блядь. Например, я не могу сейчас пример на память провести, но когда будет играть, скажу. Нет, именно бемольные. Какие минорные? Именно бемольные. Блядь. Все объяснять приходится, пиздец. Не понимаете, что ли? Говномоз бемольный? Нет, мажорный. Пузырьками сейчас буду его пиздить. Брат, я улетел 120 до 50 на ханте. Дядя, третий день, типа, серьезно. Было четверо, четыре пацана. Было четверо. Блять, это по четыре пуки, чем, блять. Я от контрмага играю, типа, темп магов не было ни одного за день. Если будет, ну, начало скрытого пула можно заканчивать. Здорово, дядя. Ну, дядя, ну, блять, ну треки сабов играют, я не могу скипнуть их, ну, уже пятый человек. Я не могу скипнуть треки сабов, я обещал не скипать. До этого я все треки ставил 4 часа. Давай на завтра или на послезавтра, когда там следующий стрим будет. Хз. Хз, айдык. Айдыкнул. Да-да, два Думгварда в руке. Началось скрипты, блядь. Скрипты активизировались! Ага, да-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 да. Да-да-да-да-да-да-да. Привет. Ты живой там, пушка, каждую игру в руку. Немного живой. Блядь, как ты относишься к томатесу и наклончике? Что ты, чатик? Блять, никак не отношусь, но мы есть стримит и стримит. Голосование. Как я могу относиться? Ну, блядь, стримит и стримит, но есть, есть. Я ничего плохого не имею. Deep, 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 dark fantasy. Не, ну, блядь, все демоны опять в руке. Ну, да, да, началось. Ну, ладно, голфиши были, голфиши прошли. Но пушка в каждой игре, типа, вроде бы, да, это круто, а вроде бы, ничего особенного. Она приходит иногда 5 игр подряд, а потом 5 игр не приходит. Пуф-ку, сей час, пуф-ку. Бля, так хочется это сыграть, конечно. Но я играю от Хикса или нет, вот вопрос. Нужно ли от этого играть или нет? Есть ли вероятность того, что он меня разводит, типа, у него есть хекс? Насколько точнее это реально? Я честно думаю, что надо темпо делать Думгварда просто и пытаться на сечку делать куб плюс колдорам. Других вариантов победы не вижу, честно. Ну, типа, я не верю, что куб великана выиграет эту игру. Против друида выигрывает, против мага не выигрывает. Дайте ебучку. Поггерс. Надо еще одного Думгварда играть всегда, потому что он... Потому что я его никогда не сыграю... Потому что я его никогда не сыграю с пушки, у него всегда ответ есть. Дальше у него велико... Дальше у него сейчас лич будет, которого затрейдим, возможно, скопируем. И... Ну, может быть, куб? Пиздец. Блять, играет. Сильный. Привет, ты первый раз играешь в Hearts of Souls. Какие глупые ошибки делаешь?
что мне стыдно за тебя. Советую сначала изучить колоды других бег. Без этого никогда побеждать не будешь. Круто. Смешно. Смешно, братик. Братан, отличная шутка. Отличная шутка. Сейчас просто если кеп придет, я его и без кепа буду. Да, блядь. Потом посмотрите на его вот, типа, вот эти карты, три штуки, потом увидите, что тут слизнюк есть, типа, они всегда его мулиганят. Всегда находят. Попробуем вглянуть, что сказать, если получится. Ёбаный, блядь, маг, иди нахуй. Блядь, у него еще один флеймстрайк, прям сейчас клуб нужен или гг. Печь, мон КС. Возможно, надо было делать Талдорама, чтобы в итоге потом сделать, ну, куб на Пуджа, блять, с Умброй, чтобы зауешить его просто, что. На самом деле, звучит интересно. Педжи играют против паладинчиков. Блять, ну пидорас, блять, ёбаный. Бля, у него еще 16, а не 15, это 6 обилок, а не 5, в теории. Сергей? Да-да, я. Сергей, это вы? Да-да, я. У него был слизнёк, о чем я говорил, то есть я никогда бы эту игру не выиграл бы. Если бы я играл бы... Короче, поняли. То есть, если бы я не играл Doom Guard'ов, у меня вообще шансов никогда не было. От всего, блядь, сыграл в этой партии. Просто от всего. Просто от всего. Теперь знаете, что нужно? Теперь нужно его... Теперь нужно поставить темпо Умбру. Теперь нужно обязательно ставить темпо Умбру. Теперь нужно обязательно ставить темпо Умбру, чтобы... Чтобы он любой таун поставил, я его скопировал типа Талдорамом, съел кубом и выиграю. Ну, там легендарку, не знаю, как он. Какая помойная легендарка, может, ему даст. Блять, какой-нибудь воздух. Да, блядь. Прорвемся. Значит, ДК летал. Вау, блядь, иди-ка ты нахуй, пидорас. Слышь, блядь, дурачок, ебаный. Блядь, ебаный дурак, слышь. Вы еще скажите, он сейчас Алекстраз сделает после этого. Блядь, ну сдайте уже, ну нервы, блядь. Блять! Пиздец, я его отъебал. Ну, мне повезло, типа, что с Думгардов не выкинул ДК. Повезло, что не выкинул ДК.